Друзья, я рад приветствовать всех на канале CryptoMaks. Здесь я делюсь с вами самыми перспективными ICO проектами. И сейчас хотел бы поговорить о проекте Asobi Coin. А конкретно я хотел бы вместе с вами проинвестировать в данную криптовалюту, так как меня очень заинтересовала эта компания, а именно интерес, который она вызвала у общества. Сейчас уже идет третья ступенька продажи токенов. Почему ступенька? Потому что разбито оно на каждый день будет уменьшаться бонус. Сегодня вы, если проинвестируете, получите 21% бонуса, и так будет уменьшаться каждый день. То есть завтра это уже будет 20%, далее будет 19%. Сколько это будет продолжаться, я еще не знаю, но не думаю, что это будет сильно долго, потому что софткап они собрали очень быстро, хардкап я также уверен, что они соберут довольно-таки быстро. Так, давайте пройдем на кнопочку Join Presale Login. Далее есть здесь таблица. Мы видим, что вот 29 августа по 30 будет 19% бонус. Дальше информации нету. Выбираем криптовалюту, с помощью которой вы будете инвестировать. Я выбираю Ethereum. Далее мы пишем количество, которое мы хотим приобрести. Видим, что за 10 тысяч токенов вы платите 0.32 эфира. Ну, так как это очень мало, 0.32 эфира при стоимости менее $300 на сегодняшний день. Так что я указываю как минимум один эфир, а то и, наверное, все-таки можно и два. Так, мы получим за 2 эфира мы получим сумму в размером 61 тысяча токенов, 822. Хотите сделать ровное количество здесь, к примеру, 100 тысяч? Почему бы нет, друзья? Это меньше $1000, ну, практически $1000. Вы получите 100 тысяч токенов и плюс еще бонусом вам попадет 21% сегодня. Это будет 121 тысяча токенов ABX. Здорово, здорово. Нажимаем кнопочку Confirm. Ждем, пока сгенерирует нам кошелек, на который нам отправить. Угу, здорово. Нам пишет, что пожалуйста, отправьте свои Ethereum на адрес, который предоставлен ниже. То есть на вот этот. Хотите воспользоваться с помощью MetaMask, если вы пользуетесь MetaMask? Ну, это мало кто это делает, но все же есть такие люди. В основном это Miser Wallet, либо холодное хранение, то есть Ledger и Trezor. Окей, выбираем, копируем. Скопировали. Дальше мы что делаем? Дальше мы проходим на кошелек Miser Wallet. И выбираем, с помощью чего мы будем заходить. Ну и дальше я, конечно же, это все показывать не буду. Ну и отправляем свои средства на вот этот кошелек. Мы должны отправить вот эту вот сумму. Вот эту вот сумму мы должны отправить на тот адрес и получим свои 121 тысячу токенов. На этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.